дай бог. Очевидцы происшествия долго не могли прийти в себя. Автомобиль вспыхнул практически у них под окнами. Рядом стояли другие машины. Какое-то время угроза взрыва была вполне реальной. Не поджег? Нет. Молодой человек своими силами отгонял, а точнее отталкивал горящую машину в сторону. По его же словам, он не владелец. Машина служебная, но управлял теперь уже бывшим авто. Именно он. А случилось-то что? Да. Ничего не случилось. Сам водитель и его коллеги ничего конкретного о возможных причинах возгорания сказать не смогли. Водителю и вовсе вызвали на место бригаду скорой помощи. Сначала из-за угрозы получения ожогов, потом из-за общего состояния мужчина почувствовал себя плохо. Старые машины. Поехали. А старая машина просто взяла и загорелась? Конечно. Проводка. Взяла и старая проводка. А вот очевидцы происшествия уверены, дело именно в проводке. И сработал водитель Гранта оперативно. Соседние машины пострадали несущественно по сравнению с самой «Ладой». Так что, можно сказать, сделали все, что смогли. Ну, что делать, чтобы соседняя машина не сгорела? Рисковали, конечно. Причины происшествия сейчас выясняют дознаватели.